Татьяна, здравствуйте. С какими чувствами вы вернулись на родину после победного поединка над поляком Целинским? С приятными, очень приятным чувством. Вошли в историю как первый чемпион новообразованной лиги ECA. Что это для вас значит? Ну, это многие значит. Я как бы много делал, чтобы это все получилось. Как бы, ну, хвала Всевышнему, что бой удачно сложился, и мы стали чемпионами. А с вашим соперником поляком вам пришлось драться на его родине. Было ли тяжело ощущать то, что, допустим, большая часть аудитории была за него? Были моменты, когда его поддерживали, тебя нет. Конечно же, была какая-то определенная нагрузка, да, такая. Но когда клетка закрывается, там один-один остается, там фанат уже не помогает. Так что большое влияние на них оказало. Какие дальнейшие у вас планы? Дальнейшие жду сейчас ответа от промоушенов. Я думаю, если сейчас ответ будет, я в ближайшем времени я вам сообщу. Насколько сильно соскучились по родине? Настолько, насколько она возможна. То есть очень? Да. А как долго вы пробудете в Туркменистане? Ну, до 18 я здесь, апреля, а потом опять заново на подготовку. А чем собираетесь заниматься здесь? Здесь чисто отдыхать, навестить родных, близких, деду и бабушку там. Как ваша бабушка чувствует после того, как все-таки эта победа? Она позвонила, сказала, ну видишь, как мы мечтали, это получилось, я говорю, да? То есть она об этом тоже мечтала, так получилось. Мне очень приятно, что она рада. В ринге вы всегда выходите с туркменским флагом. Что для вас значит это сражение? Во-первых, я патриот своей страны. Дай мне честь выходить с нашим флагом, представлять его на мировых аренах. Как бы для меня это честь, мне это приятно. А вы ощущаете популярность? Нет. Каким был таким высоким? Какая популярность здесь такое? Ну, вам приятно то, что, например, подходят, узнают, фотографируются, нет, автограф? Конечно же, приятно. Как мой тренер говорит, когда ты выигрываешь, у тебя миллион друзей, миллион фанатов. Но когда ты проигрываешь, ну, вот, миллион друзей, миллион фанатов. Ну, а когда, не дай бог, ты проигрываешь, у тебя, говорят, друзья, они настоящие. Так что, будь готов к этому, но... Так что я же говорю, ну, в чем суть этого? Просто хочу сказать, популярность сегодня есть, завтра его нет. Что для вас главное? Участие или победа? Главное остаться человеком. Что вы можете посоветовать начинающим борцам? Уважать, во-первых, своих родителей, старших, учиться, заниматься спортом. Вот это. Иметь цель и идти к нему. Большой вклад делает наш президент для спорта. Заметно. Азиата у нас пошла. Азиатские игры, скоро боевой самбо будет. Если заметили, наши спортсмены начали уже выступать на мировых уровнях и создавать конкуренцию другим. Это как бы очень большой шаг для нашей страны. Я думаю, в ближайшем будущем наши еще лучше будут выступать и выигрывать места.